Я вам хай знаю, флакон, сегодня поговорим про игру, которая однозначно хит, называется «Русские тачки». Внимание, уменьшительно-ласкательное, приорик. То есть, не понимаете, русские тачки, там, тыры-пыры, офигенные патриоты, а вот дальнейший кусок говна, да, ой, кусок говна, офигенная тачка, извините, немного перепутал. Офигенные скриншотики видим, офигенную графику. Жопа в автосимуляторе, будем играть в приорик. А, так, в комментариях пишет 10 из 10, управление отличное, нету рекламы. Отлично, давайте зайдем. О, какое крутое меню. Давайте мы прокатимся в фрирайде. Реклама. Но я думаю, один раз она выскочит, больше выскакивать не будет. Но надо же дать разработчикам немного денег, там, чтобы они заработали. Игра я на довольно мощном устройстве, на X5, но поэтому игра так довольно продолжительное время грузится и еще немного подлагивает. Но это издержки разработки. Управление, оно, видите, отличное, с помощью акселерометра. Выполняем, то есть телефон, система повреждений, здесь врезался, короче. Или не врезался, но сейчас врежусь. Вау, какой реализм, смотрите, да? Нафиг нам автосимуляторе, нафиг, вот это шедевр, офигеть, эти текстурки прям, о да, прям, класс, радуется. Я вот до этого играл, у меня, короче, я ехал, игра зависла, ну я так подумал, фигня, ну вы видите, не повторяется, игра так, можно сказать, что офигенно оптимизирована. Давайте сыграем в другой режим. Play. Опять реклама. Ну, как жалко, блин. Ну, ладно, управление-то отличное, графика отличная. Тут вообще сюжет зашкаливает. Это, ну, хотя какой сюжет? Это симулятор, гонки. Чем здесь нужен сюжет? Так, вот именно грузится долго. Игра не лагает. Да. Честно, не лагает. Я прям вижу, глаз радуется, вот не могу, вот вы должны обязаны это установить, ведь шедевр. А еще вы можете поставить лайк. Я же рукожоп, ну конечно, я проехал эту долбанную фигню. О, мать твою. Да твою ж мать. Управление, спасибо, разработчики, я вас люблю. Юлюс, все, я прошел игру. Ну что ж, с вами был Фако, подписываемся на канал, скачиваем игру, ставим лайки, всем удачи, всем пока.